Здравствуйте! Сегодня я расскажу про своего хомяка Машу. Порода она сирийский хомяк. Описание. Она темно-рыжего цвета, с коричневыми пятнышками. Ушки у нее серенькие, с маленьким пушком. Носик розовенький и маленький хвостик. Глазки бусинки. На спинке у нее окрас темнее, чем на пузике. На пузике она серенькая. Сегодня я расскажу про ее жизнь. Вещи. Вместе с клеткой мы купили колесо. Потому что хомяк пробегает за ночь 10 километров. До деревянный домик, чтобы ей было где спрятаться, если она почует опасность, или просто где спать. Игрушки, чтобы ей было интереснее жить. Купили специальный песок для хомяков. И специальную ванночку. Но ванночка мне не понравилась, поэтому я заменила ее на для игрушек. Поилку 100 мл, потому что та была 70. Минеральный камень. Он нужен, чтобы хомяки стачивали зубы и получали недостающие им минералы. Миска с кормом. Миску купили отдельно. И вот такой вот корм. Я использую такой корм, потому что там есть много чего. Сухофрукты. Всякие орешки, семечки, тыквенные семечки. И даже иногда попадаются сушеные яблоки. И груши. Сушеные яблоки и груши. Купили переноску, чтобы с хомяком можно было ездить на дачу, сажать, когда я буду убирать у нее в клетке, и просто переезжать в другой город. Переноску мы купили поилку. Поилка у меня 50 мл. А дырочки в переноске нужны для того, чтобы дышать. Такой прогулочный шарик, чтобы хомяк мог гулять по квартире и не забиться даже в самую маленькую дырочку. Мы сажаем сюда хомяка и отпускаем, следим за ним. Купили вот такие опилки, чтобы наполнять клетку хомяка. Вот, видим, как хомяк бегает в колесе. Колесо... чтобы дрессировать и просто угощать и радовать своего любимца. Сейчас я ей дам изюмку. Тут такие вот сушеные всякие бананы сушеные и изюмчик на малышка. Солнышко, малышка. Хомочка. Бери, моя зайка, это тебе. Не хочешь? Ну, возьми, девочка. Возьми. Вот. Тебе. Да, девочка. Вот, она мне взяла изюминку. Это сирийская девочка. Ее зовут Маша. Размеры вещей для сирийского хомяка. Клетка должна быть 60 на 40 сантиметров, но это минимум, но лучше больше. Колесо в диаметре 22 сантиметра. Домик должен быть 15 на 10 сантиметров, но у меня он 15 на 6, потому что ей и так хорошо. Должна быть поилка не меньше 100 мл и мисочка, две мисочки, чтобы хомяку в одну класть корм, кстати, чтобы хомяку класть в одну корм,
а в другую сочный корм. То есть огурцы, морковку. Берем небольшую прям косточку и ей подсыпаем. Вот так. Ей этого на ночь точно хватит. Также я использую гранулированные опилки для туалета. Они имеют приятный запах, супер тонкие. Вот обычно, вот они такие, зверьё моё. Обычно гранулированные опилки толстые, а у меня вот. Вот. Гранулированные опилки должны быть всякие домашние. Еще зимой хомяку надо ложить специальную ватку или давать без света и салфетки, без запаха и цвета, потому что хомяк их там грызет и делает с ними все, что захочет. Может даже чуть-чуть попробовать. Но это не страшно, не стоит их сразу убирать. Они измельчают их и прячут их в запас. На сегодня все. До свидания.